Что, видео? Видео. Я думал, это аудио. Всем здрасте, поздоровайся. Привет всем. Дом идем. Идем в дом. Дом 2. В обычный дом. Вот же вчера еще сидели в нем. Посмотрите. Небо на ладони. Какой-то ремонт они сомнительно затеяли. Перепланировочка такая началась небольшая. Интересно. Барокко. Барокко. Ага. Там такие были креветки офигенные на гриле, вообще мои любимые. Ты устала работать? Вот. Нет. У меня сегодня всего было 2 пациента. Мне опять все заболели резко. Резкий вирус. Резкий вирус. Вот, всем болеющим передаю привет. Они сейчас посмотрят и скорее выздоровеют. Выздоровлеют. Ты хочешь какой-нибудь тост для них? Как эти, знаешь, люди, которые читают тост с открыток. Да. О, надевай очки. Да, сейчас я одену очки, начну плакать. И стихи такие. Значит, пусть здоров, не болей, не хворай, будь целей всех зверей. Ведь любовь и счастье в дом твой придут, и будет хорошо. Там и тут. Да, мы уже почти пришли. Хватит тут это. Хватит уже идти нам. Хватит уже идти. Вот этот магазин, в который мы ходим. Сейчас только покажу. Люблю, все ходить туда будут. Блин, только сейчас... Только не начинайте все туда ходить и не покупайте наши продукты. Идея. Сейчас мы еще покажем вам наш дом. Вот он. Блин, туда тоже теперь все будут ходить. Ну, а теперь там все тоже будут жить. Блин, сейчас теперь все тоже будут жить в этом доме. Не живите в нашем доме. В нашем доме поселился замечательный сосед. Итак, соревнования. Мы едем с Игорем на разных лифтах. Двух сейчас. Кто же придет первый? Всего 2 участника. Смертельная схватка. Кто же придет первый? Давай, давай, лифт гони. Быстрее. Эй, скорее, мы будем первыми. 10-й этаж. Это вам не шутки. Открываем. Кто же первый? Опа! Я вперед! Нет, я первый. Мне кажется, я первая. Нет, я уже здесь стоял. Как же нам теперь выявить победителя? Я первый. Number uno. I am win. Number uno. Давай, открывай. А ты же ключи взяла, давай. Ты ключи взяла. Кто проиграл, тот открывает. Да? Что это такое? Что это такое? На меня посмотри. Руки. На меня посмотри. На меня. Кто так наделал там, а? Ай-яй-яй, Бруки. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Что это такое? Умирает зайчик мой. Ай-яй-яй, Бруки. Что это такое? А? Ты знаешь, что это такое? Опять он сейчас в себя уйдет. Как ты вообще рассчитываешь мне дать какой-то ответ внятный или нет? А куда это опять? Куда? На меня посмотри. Руки, что это такое? Я тебя спрашиваю, тебя взываю к ответу. Сейчас опять. Уснет. Ты мой хороший. Ну, что ты пригорюнился? Да я ищу просто. Да и тебе, мне пофиг вообще, что там ищешь, не ищешь. Да иди ты жопу-то. Бруки, маленький мой сынок. Бруки, ножницы, бумага. Маленький сыночек, что ты пригорюнился? Слюни, не сыночек. Что это? Что это такое? Нет. Покажи. Вот, посмотри. Где? Вот, стоит. Нарядная, на праздник нам пришла и не уходит. Игорян, как ты-то мы проблему решим, как думаешь, когда-нибудь? Мне вот даже чисто интересно, из любопытства. Среди нас еще есть такие люди, у которых до сих пор 12 февраля вот так? Знаете, сколько я вообще теперь так буду говорить, все. Все теперь так буду говорить. Проведи этот экскурс по тренерской быстренько людям. Вот, здесь как бы тренерская. Здесь. Клевый экскурс. Тренера бывают. Спасибо. Здесь они бывают едят. Ты что, вилку взяла? Взяла. Я, как жена декабриста, принесла Игорёше пожрать. Это мне. Макароны. Макароны! Мягкие макароны. Твёрдый сортов пшеницы. Это сложные углеводы. Да, это микроволновка.
помыться, пожалуйста, почитать. Люба, попробуй набрать в раковине чайник воду. Так, вот чайник. Попробуем набрать воду. Итак. Не получилось. Попробуй наклонить его. Так, сейчас наклоню и наберу. Что-то пошло не так. Вот мой парень, он у меня парень на ладони. И сейчас мы пойдем, знаете, куда мы пойдем? На почту. Чтобы забрать, мне пришла посылочка с Украины, мне прислали такой фитнес-комбез. Так что следующая тренировка, наверное, я не знаю, померю, конечно, если он будет нормально на мне сидеть, то следующая тренировка, тереблю волосы, будет в нем. Вот, покажем. Что? Нормально, я ему еду ношу, он еще недоволен. Аджики мало. Может быть, макароны не из достаточно твердых сортов пшеницы? Вот так вот там. Вы просмотрели краткий обзор тренерской Алекс Фитнес. Такая уютненькая. Между прочим, 3 дивана. 1, 2, 3. Понятно, сколько тут можно гостей приютить. Сейчас что-то особенное произойдет. Мы сейчас поедем на метре, представляете? На метре. Хорошо, что это сейчас не онлайн, иначе все люди быстрее в метро пойдут сейчас, чтобы с нами встретиться. Да. Немножечко лжи в нашем блоге. Мы едем, оказывается, на маршрутке. Там можно до Печатников и на маршрутке доехать, и на метре, да? Давай сделаем обзор на маршрутку. Итак, проезд в Москве в маршрутке стоит... Вот сколько? 100 рублей дал за двоих. Свои только. Любка, не скидывалась? Вот, покажи. Кстати, медалил сколько? 100 рублей дал. А сколько проезд стоит? 30 рублей. 30 рублей сейчас стоит проезд в маршрутке в Москве. Наверное, не на всех, в зависимости от маршрутки. Наверное, не на всех. Да, точно. Вот на такой маршрутке стоит вот такой, вот, да, вот такая, стоит 30 рублей. Тут неловкий момент, когда дал сотку за двоих, ждешь, когда тебе дадут обратно за одного. Она сидит, снимает просто на телефон. А что, я должна еще платить за себя была? Говорю, уж вообще скоро 14 февраля. Ох, либо что подарки вперед получать. Меня в маршрутке еще всегда подташнивают. Особенно, когда я смотрю в телефон. Представляете, какое я сейчас усилие над собой делаю? Снимать-то надо. Это не шутки, мы ехали в маршрутке под номером 1. Едем и... Ну, посмотри, какой там граффити, пойди сфоткай. Люб, вот такое есть. Какое есть? Вот такое, такое есть? Да. Сфоткай меня. Это же скоро день всех влюбленных, поэтому вот так вот. Да, поэтому вот так вот. Пошли на почту и увидели такой красивый фон. Вот такой увидели. Мы вдвоем на этом фоне. Как мы вдвоем можем? Вот такой вот мост тут есть. Это мы сейчас идем в Печатники, там Игоревский дом. Там его родительский дом. Начало. Там, когда он жил, там еще... Тогда он еще в меня влюбился. Ой, конечно, я тебя приютил там. Нет, вообще посыпался пацанчик. Просто посыпался. Мы всегда вот так вот через этот мост, я помню, ходили, помнишь, гуляли. Летом ходили, да. Немножечко ПП-рецепта. Давно не было. Берем яблоко. Вот. Помыли. Откусанное. Откусываем. Сейчас модно откусанное. Вот Apple, они так все делают. Apple, да. Берем. Вот. Я чуть не забыла. Сначала его надо купить. Сначала надо заработать деньги. Чуть не забыли. Ой, снежинка легла. Домашний город, сметана, йогурты, полный выдержанный растения. А также колбаса докторская, любительская. Мясная рулька без костей. Вкусное домашнее сало. Кровяная и чайная колбаса. Еще в продаже имеются вкусные блинчики. Ты знаешь, что это означает, все эти слова? Колбаса. Колбаса. Докторская. Докторская. Вот что это. Сало. Сало. Ой, это что? А что это за предметы оранжевенькие? Колбаса. Колбаса. Сосиски. Сосиски. Что это такое? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Игорян, я вот заметила такой тренд. Все алкаши почему-то любят без зубов ходить. Далее, это 6 марта.
за ноябрьскую месяц. Москва! Говно! Да, это почему? Действительно сейчас заметил? В тренде сидел кошей. Да. Ну, смотри, сама посади. У алкаша времени почти нету. Если он будет каждый день вставать, чистить зубы минут по 5, то есть за 10 дней это уже 50 минут. 50 минут это без 10 минут час. Понимаешь, то есть час времени он тупо тратит на чистку зубов. Хотя все это время мог бы заниматься важным, полезным делом. Соседом. Искать уважаемых людей, просить у них выручить его. А я не знаю, я еще заметила, что... 30, сколько не жалко. Я еще заметила, что среди алкашей очень развит этикет и вежливость. Да. Они все очень вежливые и высококультурные. Уважаемый солидный, извини, пожалуйста, приветствую с самыми наилучшими пожеланиями. С просьбой хочу обратиться небольшой, чисто по-человечески. Вот сейчас для проведения культурного мероприятия в коллективе с участием дам. В общей сложности не хватает всего 37 рублей. Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть. Но в данный момент они необходимы для всего веселого и дружного коллектива. Спасай положение. Хорошо. Такие они очаровашки. Почта России, самая лучшая почта. Люб, смотри, машина целая приехала, чтобы довести твой размер комбинезона. У меня эсочка, Игорёш. Не надо. Вчера эсочка. Это очередь? Что-то еще не очередь. Не было очередь, я была здесь. Да? Именно. Смотри, сколько марок. Ого, иномарок. Он с Украины приехал. Ты прикинь, сколько марок. Давай откроем. Вот эти ребята мне подарили для тренировки комбинезончик. Спасибо им. Довольна? Да. Я еще в нем потренируюсь. Все это покажу. Ты же хотела постричься. Вот тебе как раз цирюльня и сельпо. Ой. Иди быстрее, занимай очередь. Там, наверное, очередь на руке пишут, как раньше. Дурак. Мне только лашкири салоны надо. Я же лашкири. Сам сельпо-то иди. Сама сельпо-то иди. Ой, пойду я подстригу свои волосы, косы длинные я заплету. Вот мой любимый момент метро. Запускать монеты. Это лотерея. Я всегда выигрываю. Тебе брать? Ты будешь? Да. Будешь ехать? Я тоже, пожалуй, поеду. Давай. Все твое, все. Сам собирал. Банки. Милиционеры, а мы снимаем прям. Вот так, амитерский вообще. Прошел день, горянки закидывает. Счастливая монета. Давай. Да-да-да. Ура. Есть. Ты выиграл, молодец. Вот вам. Все. Сфоткай меня с призом. Мы прошли. Прошли это испытание. Мы прошли следующий тур. Мы в метре, есть. Следующий тур вагон. Я замерзла. Ну ты же хотела гулять, ты же любишь гулять. Гуляй, вот мимо Макдональдса гуляй. Пойдем домой, пожалуйста, быстрее, реально. Вот мимо Макдональдса гуляй, есть там нельзя, гуляй. Давай, делай всю бульбу сразу. Ну что, Люб, гуляется тебе нормально? Блин, холодно, Игорёша. Ну давай, гуляй, ты же любишь. Давай, снежок, свежий воздух. Пойдем домой, я замерзла, реально, блин. Сейчас, пока тебя всю не выгуляем, не пойдем. Ну я же не зимой хотела под снегом. Я тебе говорю, просто там летом в парк пойти. А не так, блин. У погоды нет плохой погоды. Каждая погода, благодать. Так и говорится, у погоды нет плохой погоды? У природы. А, у природы нет плохой погоды, точняк. Люб, а давай эту прогулку приурочим к 14 февраля. Это Игорян, так не считается. Мы просто всего лишь на почту сходили, блин. Это не гульба. Хорошо, давай доведем ее этот день. До финала. Сходим на цветы, посмотрим. Горось!